Ой, скорее бы мама из магазина вернулась. Она обещала купить что-то интересненькое. Алиса, а вот и я. Скучала? Немножко. А что ты купила, мама? Ну-ка, быстрее показывай. Конечно, конечно, любопытная моя девочка. Вот, смотри, я купила 2 яблока. Два яблока? Я их, конечно, люблю. А еще что ты купила? Еще я купила большой апельсин. Смотри. Апельсин? Ну ладно. А еще что? 2 баночки с детским питанием. Попробуем покормить тебя этим питанием сегодня вечером и завтра утром. Это морковное пюре. Ну а это пюре из груши и киви. Подожди, подожди. Ты же обещала купить что-то интересное. Ты что, забыла? Что-то интересное? Ах, ну да, точно, купила. Подожди минуточку, это лежит в другой сумке. Вот, смотри, красивые рождественские календари. Этот с котиками. Еще один с милыми собачками. Третий с новогодней елочкой и пони в зимней шапке. Ну и 4-й со снеговиком и маленькими гномами. Ух ты, какая красотища! А что в этих календарях? В каждом окошке шоколадная фигурка. Нужно каждый день открывать одно окошко, доставать эту фигурку и кушать. Ух ты, как интересно! А ты мне подаришь один такой календарик? Конечно, я специально купила их для вас. Алиса, выбирай, какой календарь ты хочешь. Мне очень понравился календарь с котятами. Я выбираю его. Хорошо, тогда вот, держи. Это будет твой календарь. Остальные я отдам другим малышам. Ой, огромное спасибо, мама. Ну что, давай открывать все окошки. Все окошки открывать не надо, Алиса. Их открывают по очереди. Каждый день по одному. Ой, мамочка, каждый день по одному? Но у меня нет терпения ждать. Я хочу открыть все сразу. Все сразу? И хочешь сразу скушать весь шоколад? Нет, обещаю, что кушать не буду. Просто посмотрю, какие там фигурки. Ну хорошо, Алиса, уговорила. Давай открывать окошки и смотреть, кто же спрятался в этом календаре. Вначале откроем окошко под номером 1, потом 2, потом 3. Ух ты, что же здесь? Ну-ка, давай посмотрим. А, какая милая белочка! Дай мне ее, дай! Вот, держи. Что же прячется в окошке под номером 2? А, это шоколадный кексик. Держи. Сейчас узнаем, что в 3-м окошке. Вау, это свечка и рождественский венок. Вот 3-я фигурка в твою коллекцию. Открывай следующие окошки. Да, под номером 4 у нас мешок с подарками. Под номером 5 барабан. В 6-м окошке прячется носок для подарков. Ну а в окошке под номером 7 рождественская звездочка. Под номером 8 у нас сапог Деда Мороза. Под 9-м номером новогодние колокольчики. Под 10-м и 11-м домик и голова снеговика. Под 12-м, 13-м и 14-м прятались ангел, паровозик и рождественская свеча. В окошках под номером 15, 16 и 17 спрятались труба, мишка и елочка. Ух ты, как здорово! Еще остались неоткрытые окошки. Да, 18, 19 и 20. Там прятались шапка, Дед Мороз и подарок. Осталось открыть последних 4 окошка. Номер 21, 22, 23 и 24. Там прятались мешок с подарками, голова оленя, сам олень и конек. Ух ты, как же много у меня шоколадных фигурок. Да, только помни, что ты обещала, Алиса, не кушать все сразу. Подожди минутку, сейчас я схожу за коробочкой и мы это все уберем. Ну одну-то фигурку попробовать можно? Вкуснотища! Хочу еще одну!
очень вкусно. Наверное, съем еще. А вот и я, Алиса, принесла коробочку для твоего шоколада. А, ой, а где же он? Мамочка, прости, я не удержалась и все съела. Алиса, Алиса, ты же обещала. Вот такой необычный сюрприз мне сегодня купила моя мама. Друзья, а вам нравится молочный шоколад? Если да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики с куклами Бэби Бон и пупсиками. Пока! Тише, Кишуня, ты пойдешь со мной гулять? Кук, нет! А если я тебе дам твое молочко, пойдешь? Карамелька! Эх, привет! Ты чего такая грустная? Пойди погуляй, на улице погода такая хорошая. Да я бы с радостью, но не с кем. Смотри, мой питомец Хачимал с Кьяса только что пошел спать, а одной мне скучно. Ой, как же он сладко спит. Наверное, он очень устал. Давай не будем его будить. Не будем. Тогда с кем же я пойду гулять? Вот с кем, посмотри. С маленькими питомцами Хачимал, которые спрятались в этих желтых яйцах. Конечно, поместится. Давай быстрее их открывать. Аккуратно, чтобы преждевременно не сломать скорлупу. Ой, какие милые желтые яички. Какая красота. А сверху нарисованы фиолетовые сердечки. Смотри-ка, Карамелька, вот этот питомец не спрятан в яйце. Давай-ка его достанем первым. Ой, какая маленькая розовая птичка. Тирик-тирик, тирик-тирик. Милашка, доставай других. Вот они все, посмотри. Видишь, что написано на вкладыше? Друзья навсегда! Милые друзья! Ой, когда же они вылупятся? Я должна их высиживать? Нет, посмотри, что здесь написано! Подержи в руках, аккуратно сломай скорлупу, а потом играй! Да, мне уже не терпится! Быстрее вытаскивай этих малышей из их домиков! Итак, начнем с первого яйца. Возьмем его в ладошки и немножко согреем. Ой, посмотри-ка, от тепла моих рук сердечко поменяло цвет. Ну-ка, еще чуть-чуть. А теперь аккуратно нажмем. О, получается! Ой-ой-ой, кто же нам попался? Сейчас узнаем. Аккуратно уберем всю скорлупу. Ой, Карамелька, мне кажется, здесь их два. Из первого яйца вылупились два симпатичных близнеца. Вот они, их зовут Панет, значит, это две маленькие пони. Ой, милые пони, идите ко мне. Время открывать второе яйцо. Согреем его хорошенько в своих ладонях. Ой, сердечко тоже меняет цвет. Еще чуть-чуть, вот так. Кто же нам попадется в этот раз? Здесь всего лишь один малыш. Какой милый розовый зайчик! Вот, я его нашла! Наш зайчонок лучший друг этой птички! Мои новые питомцы! Эх, как же я вас люблю! Откроем еще одно яйцо! Хорошенько его согреем! И вот так! А теперь откроем скорлупу! Ух ты, кто это? Вау, ничего себе! Нам попался маленький зеленый дракоша! Вот он, нарисован на вкладыше. У него розовые листики. Это означает, что он очень редкий. Иди к своим друзьям, дракоша. Вы все скоро пойдете гулять. И вот осталось последнее яйцо. Откроем же его сейчас. Так, мне кажется, оно согрелось. Теперь аккуратно сломаем скорлупу. Оп! Ну-ка, малыш, выходи. О, в этот раз нам попался милый совенок. Быстрее его в мою команду! Мы идем гулять!
Видишь, как здорово, Карамелька? Сколько новых друзей у тебя появилось? Давай-ка я сложу их в твою сумку. Как удобно! Ой, а мои очки, косметика и бутылочка? Конечно, конечно! Как же без этого? Фу, ну вот, теперь я готова! Можно отправляться гулять! Вперед! Карамелька, и я с тобой! Понравились мои новые питомцы? Напишите мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на